Вот мы в национальном парке Кисловодска. Зимой, перед Новым годом. Долина роз перед нами. Видите, вся в снегу. Тишина, свежий воздух, красота. Канатка работает. Но вагончики не поменяли еще. Старые вагончики. И вот такой зимний национальный парк. Значит, проспект Победы. Сейчас по нему шел. Значит, работы активно продолжаются. Но работы много еще. Значит, будут делать полностью проспект Ленина до входа в национальный парк. Значит, там уже бордюры сделали. И будет, видимо, плиткой обкладывать дорожки. Вот, ну, работы еще много, соответственно, там. Вот. Дорога была не очень хорошая. Асфальт там и разбитый был, и это, ну, в общем, будет капитально делать. Вот этого я и ожидал, чтобы они продлили до входа в парк. Ну вот, пока такая обстановка. Все, друзья, до новых встреч!